Здравствуйте, перед вами небольшой лот носков, вот это вот где-то 5 килограмм, и смотрите, здесь все с этикетками, а здесь абсолютно новые носки без этикеток. Давайте начнем. Итак, вот это вот подследники хлопковые, есть теплые гольфы, носочки, ну, обыкновенные. Здесь есть спорт-носки, и здесь спорт-гольфы и носки. Есть женские, теплые, легкие, вот есть даже капроновые два. Но в основном я бы сказала так, что это все-таки носки утепленные. Но разнообразие большое. Флис, вот такие симпатичные с этими со стопами есть. Есть вот даже одни гольфы. Обычные классические носки для фитнеса. Вот еще подследники подарочные. Идеальный хороший подарок на Новый год. А теперь вот то, что касается носков без этикеток. То есть, естественно, они новые. Ну, то есть, вот, видите, они абсолютно новые и просто сделаны друг в друга, потому что они могут потеряться, но много вариантов сделать их новыми, да, ну, они и так новые, без всяких сомнений, но вот, все по парам. Есть новогодняя тематика, вот еще новогодняя тематика, вот еще новогодняя тематика, носочки с пингвинами. Интересное. Подробности об этом лоте вы сможете узнать, нажав на название. Спасибо.